Привет, всем здравствуйте. Сегодня у нас праздник. Исполнилась мечта. Едим свои абрикосы и сливы. Пожалуйста. Вы думаете, я это придумаю? Анатолий, привет. Это вот он. Отличный вкус. Минус 47 градусов. Вот так. Огромное благодарность за ваши косточки. Внимание, друзья. Сельхозученые говорили, абрикосы не будут расти в Кировской области. Это ж смотреть в глаза, ученые. Вы понимаете, что насколько мы их опередили? Но опять же, никому ничего не надо. Ой, ну и вопрос к вам будет, Анатолий. Я надеюсь, вы смотрите так эти самые вебинары. 3 года работал с почвой. Прирост абрикосов 1,5 метра за лето. А на следующей зиме они не замерзнут за эти 1,5 метра? А что такое работали с почвой? Пожалуйста, давайте общаться дальше. Возможно, вы ее удобряли, а это для абрикосов. Нет, сперва растут, потом погибают. Абрикосы перед домом, а я его потом попросил фотографию прислать. Он пишет, не успел сфотографировать плоды, не могли остановиться, съели. Ну, прислал фотографию моей сливы. Вот так. И вот что получается. Это переписка. Из косточек железного ВК. Вишня волочная, 3-я весна. Тут нет фотографии. Так получилось. Когда я копирую фотографию, она исчезает. Осталось только текст. Еще зацвели первые абрикосы. Зима минус 47, метр снега. Внимание, весной откапал абрикосы до земли после начала таяния. Вот, скорее всего, он этим их спас. Это мне подарок, брат, спасибо. Тут все была фотография. Да. Это переписка наша. Груша уссурийская из ваших косточек. Прелесть. Спасибо. Похвастаюсь на вебинаре. Вашу страницу покажу. Маленькие зелененькие абрикосики на 3 деревцах начинают расти. Внимание! Может, это ошибка? После минус 57. Вот так вот. Но там было 47, может он все-таки, может это 47. Но в любом случае это перебор. Ну, если эти абрикосики, маньчжурские, то им по барабану это 47. Так. Я в поле, почвы после колхоза почти нет, склон пахали вдоль, смыло до красной глины. Да, но то и колхоз. 14 метров сухой порошок из глины, скважина. Деревья могут корнями восстановить движение воды в землю и обратно. Тогда засуха не страшна. Грецкий орех тоже выдержал пока испытания. Годится для вебинара. Ну вот, один из подарков мне. Вот, видите?
А нам чуть-чуть за 60. А это ведь не вечер. И годы быстро так спешат. И догорают свечи. И годы быстро так спешат. И догорают свечи. А нам чуть-чуть за 60. А это ведь не вечер. Горит свеча, стекает воск. Посеребрила жизнь височный лоск. Горит свеча, стекает воск. Посеребрила жизнь височный лоск. А жизнь ведь не прошла, а началась сначала. Вот только молодость ушла до мудрости причал. Вот только молодость ушла до мудрости причал. А жизнь еще ведь не прошла, а началась сначала. Горит свеча, стекает воск. Посеребрил жизнь височный лоск. Горит свеча, стекает воск. Посеребрил жизнь височный лоск. А годы быстро так спешат, и догорают свечи. А нам чуть-чуть за 60. А это ведь не вечер. А нам чуть-чуть за 60. А это ведь не вечер. А годы быстро так спешат, и догорают свечи. Горит свеча, стекает воск. Посеребрила жизнь височный лоск. Горит свеча, стекает воск. Посеребрила жизнь височный лоск.